Кто такая Аня? Моя бывшая девушка. Я не знаю, как реагировать, бро. Да не, нормально. Все хорошо, да, у вас? Все нормально. А вы общаетесь еще? Так, иногда. Ну, это нормально. Это жизнь, по-моему. Нормально. Есть такие вообще истории, когда на большой перерыв люди расходятся, а потом женятся. Но не про меня. Никто не знает, you never know. Мы с Алексом вместе. Муж, жена, мама, папа. Пу-пу-пу. Не знаю, можно было ли это говорить, но просто я уже... Поэтому только сегодня обсуждаем это, ну, не то, что обсуждаем темы, о которых невозможно молчать, а просто косвенно можем затронуться этой темой, да, но все, дальше не будет такого, что мы не будем с Аней вместе стримить, мы не собираемся в медийке общаться, такого, как раньше, то, что там вообще дошло до абсурда, мама-папа, не будет такого, все, у меня свои дела и свои друзья, у нее свои дела и свои друзья. Не хочется, чтобы наша личная жизнь была на показ людям, как это было раньше. Про кого речь? Про меня и про Аню. Мы вместе. Уже месяц, наверное. Где Мерс? Мерсик! Кс-кс-кс-кс. Аня! Я думаю, там с ней в комнате Мерс. Ань! Мерс у тебя? Да. Звяню, ребят, я сказал, мы не будем вместе стримить с Аней. Все, пожалуйста, не обсуждайте это. Я сказал, примите, пожалуйста, мои слова, что вот я принял такое решение, я не хочу. У нее свой медийный путь, у меня свой медийный путь. А если бы Аня не засветилась в видосе Илюхи, то вы бы дальше скрывали ваши отношения с Аней? Нет, просто да вы елки-палки, вы что думаете, что Илюха мне... Илюха знает то, что мы не говорим про отношения. Он просто так выложит вот это вот. Мы сказали выкладывать, типа, вот так, как есть. С чем чай пьешь? А не знаю, Танька сделала. Хочешь в будущем взять? Тут клубника. Вот эти оранжевые ягодки, я не помню, как они называются. Подскажите, пожалуйста. Облепиха, да. Клубника, облепиха и антигриппин там. Упаковочка. Потому что я себя раскисшим чувствую. Ты увидел в зеркале то, что хотел? И тумбочку из ванны перенес уже. Нет, тумбочка до сих пор в ванной. Увидел ли я в зеркале то, что хотел, в каком плане? Это, типа, кем я хотел стать? Стал ли я тем? Нет. Не, возможно, типа, если вот 2 года назад, наверное, да. Ты чего? Ты чего грустишь? Анчоус. Сейчас, секундочку. Сейчас. Алло, помолчали? Кошел Мерс просто в ноги уебался мне. Он вот так как... Если он видит, что я иду в эту комнату, а здесь кухня, и там миска его находится, если он видит, что я иду сюда, все. Он просто... А где бы он ни находился, Мерс? Вот так вот. Анька расстраивается чуть-чуть, что день у нее непродуктивный. У меня тоже непродуктивный, если честно. Посмотрите на нее, иди сюда. Иди сюда. Чего ты плачешь? Я сейчас камеру на тебя поверну. Не надо. Да, Лёша. Чё? Ну зачем? Чё ты плачешь? Ну хватит. Хватит. Всё супер. Даже если сегодня непродуктивный день, значит что? Это всё, блин. Нет, это значит, что мотивация, чтобы завтра, чтобы отпустить этот день сегодняшний, расслабиться, а завтра начать... Ну... Я иду за трусами. Аня идет с Аминой по магазинам. Сегодня я побежала. Сейчас пойду провожу. Привет. Пока. Сейчас я приду, ребят. Сорян, чары. Надо поддерживать, когда плохое настроение у твоего партнера. Грустит. Бля, у девчонок ПМС месячные. Капец, девчонки. Побежал. Собака, блядь. Это вообще, кот как кот. Бля, вот это кайф, коты, которых можно потрогать, погладить, поняли? Он еще и мяч приносит.
Бля, я не знаю, как Костя терпит и не может, типа, он уже не может потискать этого своего кота, кота как кота. Я не знаю, как он это делает. Он потискал, да, вот, ну, только спустя вот сколько времени он его взял на руки, прикиньте. Ебанистически хочу себе машину и понимаю, что хочу прям вот в ближайшие несколько месяцев, но понимаю, что резоннее будет еще поднакопить и сделать себе подарок на день рождения, 28 марта. Ближе к своему ДР купить себе машину. А чего ты уходишь, Мерсик? Ты почему меня боишься? Ты чё, бедолага, я ж тебя кормлю. Эй! Ну ты чё тоже? Кот как кот, а? Давай я тебя буду гладить. Ты чат читаешь или чё? Кот как кот. Не хочет. А. Ну вот на стол всегда пожалуйста, да? Здорово. Ну это бедл, настоящий. Вот он, кошак. Дворовой. Ну видите, вообще не породистый, дефолтный кот, но какой охуенный, блядь. Умный пи***ц. И ласковый очень. Это вам не кот как кот, это что за кот? Это мой чай. Оба-на. Давай, роднулька. О, все. Будет чилить рядом сидеть. По поводу машины. Короче, точно не задний привод. Если нормальное количество лошадей, точно не задний привод. Это пи***ц. Тем более зимой. Мне пизда будет. Но мне не хочется брать дефолт, типа какую-то, не знаю, ну, двухлитровую, там, 190 лошадей, трешку. Хотя вот самый идеальный вариант для первой машины, мне кажется, вот. Ну, типа, абсолютно не опасный автомобиль, поняли? 190 лошадей, вся хуйня, трешка 21 года, красиво выглядит, но она не едет. Какие еще есть варики? Golf R. Понравится Golf R? Потому что я знаю, что вот, я уверен, что девчонка мне не нравится. Ну, типа, мне пи***ц нравится. Вот его, блядь, вообще пи***ц, какой он красивый, блядь. Но опять же, вот по ощущениям, намного выгоднее, намного резоннее взять трешку BMW. Она будет еще дешевле, на 6-7 лет моложе, чем этот гольф. Его потом легче продать будет. Но вот от этого гольфа получу удовольствие намного больше, чем от трешки. Бля, с вашего позволения, я пойду пасу. Сорян, что я так... Просто какой-то суетой занимаюсь. Ух, холодно стало, да ну нахуй. Аня, короче, вчера на стриме говорила по поводу того, что пацаны, дарите женщинам цветы. Это такая хуйня тема, пацаны. Вот реально. Даже если у вас немного денег, дарите иногда цветы без повода, как можно чаще. Это такой кайф для вашей девчонки, либо там для мамы, для сестры. Это такой кайф, вы не представляете. Для нас, для пацанов, цветы это, ну просто, ты думаешь, да не нужны. Ты тратишь на это деньги, через 3-4 дня они завяли, не нужны. Вы покупаете по факту эмоции, вы дарите эмоции, типа. Просто без повода берешь, приходишь к ней с цветами, она все. Ей так приятно, она сразу же с хорошим настроением, она готова для вас там все делать, но это не с такой мыслью надо дарить о том, чтобы вам там, у вас был карт-бланш на то, чтобы в танке поиграть в КС-очку или в доту, а просто типа сделать приятно, и вы почувствуете, какая отдача сразу же будет. Во, мне подарили цветочки. Вот оно. Во! У меня вопрос, когда вы расставались с Акулич, если не секрет, и сошлись через какое время и почему? Солнышко, это мое личное. Сошлись мы месяц назад, расстались, когда вы все знаете, когда мы расстались. Ты сказал, мы с Аней не будем вместе стримить и появляться в медийке, и Саша и Кай тоже не стримят, но иногда появляются вместе на стримах. Ну, может вы быть, иногда, да. Вы собираетесь вообще избегать этого? Нет, как тогда наверное, прям вместе? Полностью избегать вместе. Так мы не живем вместе. Прифапоч с Анькой не хотите жить вместе? Потому что каждому нужно свое пространство личное.